Привет всем, кто смотрит этот ролик. Ближайших 10 минут мы посвятим преображению нашего тела, а конкретно развитию мышц верхнего плечевого пояса, груди, плеч, трицепса. Сделаем плюс один шаг к тому, чтобы избавиться от обвисших дряблых ручек, обвисшей груди. Также в работе будут очень активно вовлечены все мышцы пресса, включая прямые, косые, ну и, собственно, все мышцы кора. Плюс этой тренировки в том, что всего лишь за 10 минут, из которых мы будем 5 минут работать, мы очень мощно проработаем на самом деле весь торс. И эту тренировку может выполнить любой человек с любым уровнем подготовки. Не будем затягивать, давайте покажу, что же мы будем делать. Нам понадобится таймер. В принципе, он понадобится только мне, потому что у вас он будет уже висеть на экране, вы будете все видеть. Мы будем выполнять 5 упражнений по кругу, 30 секунд мы работаем и 30 секунд отдыхаем. За эти 30 секундочек мы стараемся сделать свой максимальный объем движений на сегодняшний день. То есть кто-то может сделать, допустим, 50 отжиманий за 30 секунд, а кто-то может сделать 5. Каждый работает в своем темпе, в меру своих сил и, соответственно, каждый выложится на свой сегодняшний максимум. Движения довольно простые, на экране всегда будут они перед вами, для того, чтобы вы могли подсмотреть, что же будет следующее, если вы забыли. 5 упражнений, 2 круга, предлагаю, в принципе, не затягивая, начать. Первое упражнение будет отжимания. Сначала одно небольшое отступление для тех, кто не умеет отжиматься, до сих пор не научился. Во-первых, можете посмотреть ролик, который я прикреплю, всегда забываю где, здесь. Прикреплю здесь, там будет короткий и простой путь к своему первому самостоятельному отжиманию. Для тех, кто не успел научиться, но попал на эту тренировочку, напомню, что мы можем, можно чуть-чуть камеру пониже, для того, чтобы выполнить отжимание, представить, что вам нужно просто лечь на пол и просто подняться. Как бы это делали дома, например, если бы легли на ковер посмотреть под диваном, там пыли много или нет. Вы бы вряд ли это делали вот таким вот способом, суперсложно. Вы бы просто легли, посмотрели, что там у нас, много пыли, немного, и каким-то способом поднялись. Скорее всего, если вы не умеете отжиматься, вы поднялись бы так. Сначала оторвали грудь, поднялись бы через колени. То есть, если вы не умеете отжиматься, не можете поднять свое тело сегодня ровно, красиво, то вы можете просто лечь и просто подняться. И так поработать 30 секундочек, сделать ровно столько движений, сколько у вас, собственно, получится. Для всех остальных, кто умеет отжиматься, стараемся делать так, чтобы вы всегда касались грудью, животом, бедрами пола. Тогда движение будет полноценное и очень хорошо поработают мышцы. Ну что ж, я врубаю таймер и будем начинать. Первое задание, 30 секундочек отжиманий. Выполняем свой максимум. Поехали. Вверх, выдох. Отдыхаем. Во время отдыха садимся на коленки, даем рукам расслабиться, не опираясь на ручки. Следующее движение – это французский жим собственным весом. Как оно выглядит, вы уже видите на экране. Нужно поставить руки перед собой и стараться их выпрямить и согнуть обратно, коснуться локтями пола. Опять-таки, кто чувствует себя супер уверенно, может делать все 30 секундочек движения очень активно. Стараемся вниз не падать, не проваливаться таким образом, а плавненько ставить руки. Если вам тяжело, то можете делать один подъем в несколько секунд. И это тоже будет здорово. Постоите в планочке оставшееся время. Для следующего движения нам нужно научиться ставить руки вот в такое положение. Большой пальчик касается большого пальца, указательный касается указательного. Ставим руки прямые, ровненько вниз, перпендикулярно телу максимально. И выполняем шаги вперед. После каждого шага ставим стопу максимально далеко вперед, на уровень ладошек. Ждем сигнала. Поехали. Раз. Вернулись. Можно подавать весь корпус вперед, для того, чтобы вы
приняли положение глубокого выпада, но при этом стараемся не переваливаться сбоку на бок. То есть, если понимаешь, что движение выглядит так, то что-то пошло не в ту сторону, как это было задумано. Фух, пресс уже горит, а нам еще предстоит выполнить два движения. Следующее упражнение — это скалолазы, но будем делать их крест-накрест. Стараться правым коленом коснуться левой руки, левым коленом коснуться правой руки. Становимся для этого в упор лежа, втягиваем, напрягаем живот и поехали. Коснулись, вернулись, коснулись, вернулись. Работаем плавно, спокойно. Стараемся как минимум 30 секундочек находиться в положении упор лежа. То есть, если вам тяжело работать, можете просто, сделав движение, отдохнуть в упоре. Напишите обязательно, сделали или нет, не ленитесь оставлять комментарии. Ну и, естественно, как были ощущения после. У меня уже очень сильно горит и пресс, и плечевой пояс. Следующее упражнение. Становимся в планочку. Ноги можно поставить чуть шире, не вместе, на ширине плеч или немножко шире, как вам будет удобно. И разворачиваем корпус вверх. При этом важный нюанс. Сначала поворачивается рука, за ней поворачивается корпус. Если сделать наоборот и сначала скручивать таз, затем поднимать руку, то упражнение будет только наполовину эффективно. Отдыхаем. Второй круг впереди. Все то же самое, повторяем заново. Первое задание было отжимание. Выполняем свой максимум за 30 секундочек. Во втором круге максимум будет гораздо ближе. Фух. Если не получается отжиматься, стоим в упоре лежа, не получается стоять, лежим на полу. Готовимся. Начали. Отдыхаем. Далее французский жим собственным весом. Фух, чувствую, что придется уже немножечко сбавить темп. На отжиманиях уже сбавил. И здесь придется еще немножечко. Спортсмены собирают потихонечку со всего, со всей Беларуси, я бы даже сказал. Только с этим парнем конкретно мы познакомились совершенно в другом городе лет 15 назад. Поехали. Важное замечание, возможно, понадобится кому-то, если у вас на руке браслеты, как у меня, снимайте. Потому что каждый раз, когда я опускаюсь на пол, давлю камушками на руку, и это больно. Фух, это хороший челлендж. Подросла грудь, кажется. Так, что у нас было дальше? Дальше у нас шаги. В упоре, напомню, большой пальчик к большому, указательный к указательному. И шагаем вперед к своей стопой к ладошкам. Ждем сигнал.
Опа. Это было очень тяжело, правда? Я понимаю тех, кому тренировка тоже зайдет нелегко. Старайтесь, работайте, не сдавайтесь. Дальше у нас скалолаза. Крест-накрест. Снова упор лежа. Снова включается грудь, трицепс. Представляете, как сразу подтягиваются мышцы. И что они в таком состоянии останутся теперь. И сдуются обратно. С каждой тренировочки останется по микрончику результата. Чем больше тренировок, тем выше остаток пользы, который с вами будет уже навсегда. Оператор, добавишь динамики, может быть, немножечко походишь, подвигаешься. Кажется, так будет интереснее картинка. Последнее движение поворота планки. Дышим. Становимся в планочку. Рука за ней корпус. Рука за ней корпус. Как только рука достигла крайнего положения, корпус сам попросит повернуться. Супер, ребят, справились. Надеюсь, вы тоже. Фух, пресс горит. Грудь выросла. Даже микрофончик немножко стал дальше. Возможно, поменяется немножко звук. Это была очередная тренировочка нашей программы. Все остальные тренировки на моем канале залиты в плейлист «Годовая тренировка». Упражнения, собственно, весом. Обязательно переходите на канал Никиты Данько. Там вторая часть нашей годовой программы, его формат тренировок. У него много классных, интересных табат, много движений на выносливость. А ссылочка на его канал всегда висит в конце моего любого видео. Подписывайтесь. И для тех, кто попал сюда именно с целью найти информацию о снижении веса, посмотрите историю Никиты о том, как он сбросил 30 килограмм. Там уже больше миллиона просмотров. Ваш будет миллион первым. Но абсолютно точно будет вам в том числе полезно. Пока-пока.